Друзья, всем привет! Хочу запустить очередной челлендж с подтягиваниями. Сейчас я его буду делать сам и предлагаю попробовать его потом вам. Суть челленджа состоит в том, чтобы подтянуться то количество раз, сколько вам сейчас лет. Большинство из аудитории моего канала это 18-34 года, поэтому в принципе для большинства это доступно. И ну, мне кажется, это такой, скажем так, индикатор молодости. Потому что когда тебе 15-20 лет, в принципе, ну, если человек заботится о своем здоровье, ну, там, подтянулся 15-20 раз, это не составляет большого труда. Но потом что-то начинает происходить, люди перестают относиться со вниманием к своему здоровью и своей физической форме, может быть, перестают относиться к этому с должным вниманием. И уже когда тебе 30 с лишним лет, ну, не очевидно то, что ты можешь подтянуться столько, сколько тебе лет. Не говоря уже о том, когда тебе за 40. Хотя странно, что если вот тебе 25, а потом тебе 35, у тебя было 10 лет тренировок, 10 лет развития, когда ты мог, ну, в принципе, каждый год добавлять по одному подтягиванию. Это не так уж сложно. Ну и, в общем, сегодня у меня день рождения. И я хочу попробовать подтянуться. Честно говоря, не тренирую подтягивания специально, поэтому я немножко волнуюсь, а вдруг я, так вот начав, сейчас подпишу себя под старика. Но, в общем, пожелайте мне удачи, мне подтянуться надо будет 34 раза, мне 34 года исполнилось, поэтому давайте посмотрим.
Немножко сбился в подсчетах. Сейчас пересмотрю и продолжим. Ну, в общем, пересчитал, вроде 34 у меня получилось. Хотя я не вполне в этом уверен. Знаете ли, кровь от мозга отливает в мышцы, и я мог ошибиться. Напишите, если меньше 34 было. Ну, что сказать. Непонятно, чем я занимался после 20-25 лет. Потом 24-25 подтягиваний, еще более-менее сносная техника. Потом какое-то безобразие пошло. Вот, но это означает, что надо больше тренироваться, надо улучшать свою форму. Через год попробую сделать более качественно, ну и добавить, сделать 35 раз. Напишите, что думаете по этому поводу. Я думаю, что это любой в любом возрасте может начать. И может быть, не через год, да, может быть, вам сейчас 25 лет, а вы подтягиваетесь всего лишь там 1-2 раза, и, конечно, ну, можно, но тяжеловато добавить столько подтягиваний за 1 год, но, уверяю вас, за 5 лет 100% можно с 20 до 25 лет научиться подтягиваться столько, сколько вы можете. И если вам сейчас 25 или ну, 34, как мне, вот мне сейчас 34, я с большим трудом подтянулся 34 раза, но если, и я в этом абсолютно уверен, если продолжать заниматься, не переставать тренироваться и все время прогрессировать, то 44 года я смогу подтянуться 44 раза, если не буду бить баклуши. И, в общем, тренируйтесь. Развивайтесь, пробуйте этот челлендж, напишите, получилось у вас подтянуться столько, сколько вам лет, хотите ли вы это попробовать. Ну и в заключение хочу сказать, что мы стареем, когда перестаем пытаться стать лучше. Всем спортивных успехов, молодости, всем пока. А, и чуть не забыл, сегодня 8 марта, у меня день рождения 8 марта, поэтому всю прекрасную половину аудитории моего канала и всех, кто это посмотрит. Поздравляю с праздником. Оставайтесь всегда такими классными и становитесь лучше. Средство от запоров.